Друзі, вітаю вас! Телеканал Перший міський продовжує свій етер. Дякую, що ви з нами, і дякую, ЗСУ, що дає нам можливість розмовляти з вами на будь-які теми. Сьогодні в Одесі вночі кажуть, було мінус 11 по області. А в місті я бачив мінус 9. Сьогодні багато снігу, і зрозуміло, що є ти, яким. Потребно, щоб було тепло без хатченків. В нас в Одесі багато. Людям потрібно знати, куди можна піти, де можна зігрітися, хто про них може думати. Ну і взагалі, от про все це хочеться сьогодні поговорити, як вони виживають, хто за них піклується. Сьогодні в нашій студії Федір Герасімов, голова християнської місії Нове життя. Вітаю вас! Привіт. Вже не перший рік ми з вами зустрічаємося, коли в Одесі ось така негода, коли сніга насипає, коли мінус дуже сильний. От сьогодні в нас в Одесі на декілька днів, але все одно отака температура і такий природний сюрприз. І для тих людей, які без даху над головою жити, вони мають надію, що кожного року хтось про них все ж таки буде думати. Бо я розумію, що вони там за більш-менш степлі часи знаходять собі якісь приміщення, підвали, а потім взимку ну, дуже тяжко все це. Тож ви ставите намети. Що вдалося зробити цього року? Е, ну, ми слава богу, успіли вовремі все підготуватися. Ми за кілька днів вже як нам сообщили, що циклон клон йде. Да. Ми одразу почали підготовку і ми буквально в воскресеньє ми вже його відкрили. И уже первую же ночь там 58 человек, угу. они уже как бы находились в пункте обогрева. Хочу отметить такую хорошую работу, тенденцию тем, что администрация города за несколько дней мы уже согласовывали, были практически все готовы, угу. такая готовность была к тому, что мы вовремя все, как не предыдущие года, а в этом году там... Прямо все, электроэнергия была, все, все заранее, все было. Хочу сказать спасибо всем, кто mm -hmm. трудился, несмотря на то, что в воскресенье yeah. э, бригада, которые вот по электрике, они с утра, с раннего утра до вечера, там были какие-то ремонтные работы, но они до вечера нам запустили, подключили, и все было как бы ну, это приятно было отметить тот факт, что все слажно, как одна команда сработали. Вот сегодня ночь была действительно дуже холодной. Сколько людей смогло прийти до вас сегодня? Сегодня 102 человека угу. по журналу, по регистрации. Угу. То, что те, которые находились в пункте обогрева. Угу. Конечно, меня удивило то, что обычно все года, когда мы открываем, там приходит 200 даже человек и бывает и больше. В этом году намного меньше. Uh -huh. Ну, и то, что я уже начал как бы в общении с теми людьми, которые пребывали, то есть многие все-таки воюют, uh -huh. удивляют то, что всегда общество о бездомных людей, то что это люди, которые они не думают ни о чем. Да, маргиналы, да да. да, да. В самом деле я бы сказал, что Навірно, статистика тих людей, які повинні були ну, процентов, наверное, 40% – они всі на війні. Ага. Ну тобто, я знаю теж людину, яка жила без даху над головою, пішла воювати. Він сказав: є зарплатня, є їжа, є нормальні умови. Є форма, я можу себе якимось чином показати як захисника України. Я можу потім розраховувати на пенсію і на нормальне життя. Тобто я можу себе це поставити, шанс. да, це шанс знов повернутися до нормального це життя. Це. Да, він зараз спілкується з військовими. Він я до, до того я його бачив дуже часто в дуже неохайному вигляді. Зараз. Побритий, такий собі виглядає. Мені здається, навіть набрав кілограмів декілька. Ну і він воює, він знає, що це таке, бо він приїжджає сюди, до якихось там своїх знайомих, в нього тут нічого не було, ми йому там інколи допомагали, він повертається сюди, просто на день-на два відпочити. І все. І так виглядає, навіть каву п'є. Ну, тобто, людина стала на зовсім інші ноги. и совсем меньше житья разраховывает, и mm это -hmm. мне не сдается абсолютно нормально, это шанс показать, и, ну там очень много женщин без Хаченки. Yeah. Вони... Да. Вот То, что мы заметили раньше, этого не видно mm -hmm. было очень много женщин, mm -hmm. то есть больше женщин, чем предыдущие годы, появляются дезертиры, то mm -hmm. есть мы даже наблюдали некоторые, которые мы знаем, что они должны быть на войне, Ну, то есть, как бы они, оно не дезертиры, то есть они есть, конечно. То, чего тоже опять не играет немаловажную роль, то, что ТЦКшники, они ходят, и некоторые боятся. И не удивляет потом тот факт, что мы услышим, что кто-то замерзнет, потому что все-таки они думают, что если придут в пункт, то угу. туда придут ТЦКшники и их заберут. Угу. И некоторые боятся, и вот это может... Как бы такое сдетонировать тем, что мы услышим, что кто-то все-таки замерзнет. Угу. Потому что вчера даже быстренько вот пришли, да. поели, и часть людей ушли, сразу ушли. Угу. Побоялись оставаться. Поэтому вот это играет эту роль. Скажи, пожалуйста, а чьи вы детей? Ну, пока мест нет. Угу. Но они каждый год появляются. Ну, на ну, мы в этом году готовы полностью, потому что у нас детский период матери ребенка уже угу. Вже повністю працюють. і ми, uh -huh. ми вже для этого повністю підготовлені. Якщо появиться, то ми одразу забираєте цих да. людей да й вони живуть собі в цьому будинку. Так, да, у нас повністю там, хороші ідеальні uh -huh. условия. От щодо умов, а що є у цьому пункті обігріву, окрім тепла і окрім того, що є світло? Там круглосуточный чай горячий mm -hmm. вечером мы кормим бездомных людей утром горячий суп для всех. Mm -hmm. Также у нас там две палатки работают уже второй год мы практикуем как одна палатка пункта обогрева, а вторая это пункт незламности для обычных для простых mm -hmm. граждан, которые, возможно, не могут добраться, либо там всегда случае у нас и генератор стоит свет и Поэтому, опять же, первая медицинская помощь, у нас угу. каждый вечер медсестра, у нас волонтер, она обрабатывает раны. Вчера очень такие тяжелые люди попались, которые там просто одному, кажется, если ничего не предпринимать, то ему ампутируют ногу. Угу. Потому что каждый бездомный, особенно зимой, у них гниют, да. то ли какие-то раны у них есть. Поэтому даем сейчас профилактику, проводим, даем направление на проверку туберкулез, всех проводим через это, uh -huh. и потому что каждый год 10-15 до 20 человек оказываются открытой формы, это те, yeah. которые угрозу общества в принципе приносят, uh -huh. поэтому пункт обогрева сейчас максимально стараемся в это время выявлять эти проблемы, ну и естественно волонтеры работают с ними на то, чтобы ну, либо поехали домой, либо они оставили улицу для того, чтобы поехать либо реабилитироваться, либо даже на Не то що крайні, а то, що можуть польську та можуть на воєнному yeah. пойти. Mm -hmm. Наскільки я пам'ятаю, з минулих років з минулого спілкування з вами є люди, які працюють з вами, волонтери, які зараз з вами а, обслуговують безхатченків. Вони вчора були безхатченками. Саме так. да так и есть и практически все девяносто пять процентов всех кто сейчас трудится как волонтеры на палатке это все вчера еще были ну полгода там или год назад были uh -huh. на улице сейчас два волонтера служат те которые именно с этой палатки uh -huh. мы забрали и один из них рассказывал даже как как он сидит сидел за каким столом и на каком состоянии он был что он даже не видел выход, как дальше жить, как дальше. Ну, на самом деле, выход есть всегда, но в тот состоянии, в состоянии, когда человек на улице, да. он его просто не видит. Поэтому э, все, кто работает в этой сфере у нас, это все с улицы люди. Потому что они на лучшее, самое лучшее они могут понять того, кто на улице, никто его не поймет, как они поймают. Скажіть мені, будь ласка, от знов-таки психологічний оцей момент. Ви допомагаєте медикам, ви допомагаєте їжею, ви допомагаєте а, зігрітися. А психологічна допомога? Чи є можливість у вас, у такому безхатченку, знайти цей, це світло у кінці тунелю? Так, да, звісно. Ну, эта работа все делается уже на центрах, там, а. где проходит реабилитация, адап адаптация на улице. В таких условиях, даже ли в пункт обогрева, это невозможно. А. Задача пункта обогрева, чтобы мы максимально расположили их, чтобы они начали доверять нам. Да. То есть э, помощь медицины, помощь, э, там, горячий чай, э, питание и так далее, это располагает сердце. Это акт, когда мы это делаем, и их сердце располагает нам доверить. Потом уже следующий шаг, когда мы принимает решение… Поехать в киноцентр там или на приют, uh -huh. где он пройдет, вот там уже идет уже основная помощь и психологическая, и там психологи работают и uh -huh. специалисты, и естественно пример тех людей, которые еще были на улице, а сейчас да. они уже восстановились, и это очень играет большая роль. Когда видит человек, что оказывается, если этот смог, да. а он еще со мной год назад или полгода назад пил вместе со мной, а, а теперь он нормальный человек, у него семья, у него дети, там, он полностью стал. Работа в что, все значит обсуды, да? и у меня получится. Угу. И поэтому это самое большое играет, и потом идет процесс, это занимает полгода, год, иногда бывает больше, угу. по-разному. Угу. А скажите мне, пожалуйста, а чьи люди, которые прошли реабилитацию? Але, на жаль, повертаются снова таки на Конечно, больше. есть и такие люди, и mm -hmm. бывают некоторые по два и по три раза возвращаются. Ну, все-таки у каждого, у кого-то там с первого раза, кого-то uh -huh. второго, кого-то с третьего, некоторые бывают и пять раз. Uh -huh. Но все-таки те, которые делают эти попытки, у них больше шансов восстановиться. Uh -huh. Некоторые делают одну попытку и возвращаются на улицу и больше не хотят, и все, и живут своей жизнью, пока не умирают. И такие есть большие А почему они повертаются на улицу? Ну что там такого? Ну, что э... они там в этом Ну, одно из самых таких... Э то, что нам открыто, вот угу. почему они постоянно возвращаются, вот как для нас нормальных ну, общества людей да. дико жить на улице, и мы смотрим на это, почему они так, вот так для них, когда они живут более трех месяцев на улице, потом они смотрят на нас как вот с дикостью, угу. это ихний мир, это ихний образ мышления, угу. они под, для того, чтобы они переключились на другое, это занимает процесс, надо их опять же помещать в таких центра, где там идет процесс психологический, процесс работы с ними, реабилитация, чтобы они переключились на другое мышление. Это uh -huh. занимает времени. Поэтому uh -huh. сложно нам понять, как людей, почему они так думают. Сложно. Uh -huh. И до конца мы их, даже я уже 14 лет занимаюсь, некоторых я не понимаю до конца, почему они так делают, почему они uh -huh. уходят. Вчера uh -huh. вечером мы видели одного парня, он хороший, он у нас был больше года. Хороший парень. Вообще, ну, все перспективный такой, что у него будет хорошо. И семья вернулся буквально несколько месяцев, мы его не узнали. Он нас узнал. Угу. Он подошел, я пока вспомнил, он настолько кардинально изменился, он на лет 20 старше. Выглядит угу. того возраста. Ему там 41 лет, но он выглядит где-то на 60 чем-то. Поэтому... Улица это меняет, и тут меняет, и внешне меняет все, что сложно нам понять, почему они так живут. Ну это это один из образов мышления, который миру, социальному, обычному сложно понимать. Ну я понимаю, так, что есть люди, какие, ну так сталося в их жизни, что они оказались на улице. Да, кто-то там продавал в хату, какие-то там родичи и так далее, так далее, так далее. А вот есть все людей, которые самостоятельно так роблять, они або проймают алкоголь, або наркотики, або просто живут им так подобающиеся, и все. Это какая-то психология, да? Такая? Да, это даже, можно так сказать, это какая-то болезнь. Угу. Больше, потому что вот особенно те, которые любят, им нравится, и они не хотят и не трогать меня, я, да, это моя да. жизнь, угу. это люди больше. Я вильно любви на этом я, Да, вот это люди больше, можно так сказать они психологически нездоровы. Uh -huh. Поэтому таких людей за 14 лет мы еще ни одного не, не смогли не спасти, не помочь, и мы не поможем. Uh -huh. Ну, есть такой процент, это небольшой процент, на yeah. самом деле. Это процентов, наверное, 10-15, это люди, которые все, там они и умрут, uh -huh. к сожалению. А большинство, скажем, такой процентов 80, это люди, которые у каждого есть своя история. Yeah. Yeah. И понять и услышать вот ихнюю историю не так просто. К сожалению, общество по-другому воспринимает всех бездомных людей. Мы понимаем, что это не так. Поэтому пытаемся привлечь свое внимание так, чтобы они нам начинали доверить. Uh -huh. И потом мы уже начинаем проводить свою работу так, чтобы помочь. Поэтому у всех есть своя история, которую они прошли и не смогли устоять в ней. Они просто как бы провалились в эту яму и вот когда вот пункты, у нас кроме пунктов есть каждый день кормления на привозальной площади, там проводим работу. И там мы пытаемся с этой ямы вытаскивать угу. всех этих людей. Скажіть мені, будь ласка, от зараз під час війни чи побільшало безхатченків? Бо дуже багато містян вони знають, а ось цей чоловік, він живе тут вже 10-20 років, ми його бачимо. А ось там жіночка ходить на Соборній площі, є одна жіночка, яка завжди постійно вона ходить, і ми всі її знаємо вже. А тут з'являються якісь нові безхатченки, нові, які ми бачимо це не Одесити, ми бачимо це не наші прийшлі люди. А побольше, с вашей точки зрения, таких людей, откуда вони взялись? По всей Украине их очень много стало. Это люди, как бы сложно их называть бездомными, но они так, таковы, они так да, есть. Да. Если еще год назад мы смотрели, они приходили как беженцы, переселенцы за помощью, то сегодня некоторых наблюдаем из тех, которые приходили за помощью, они просто живут как бездомные люди на улице. Угу с разной, так опять же они сталкиваются с разными проблемами. То есть они остались там без домов, разрушили, либо оккупации куча причин есть. И тут какое-то время принимали во внимание, помогали, ну и потом все эта программы закончились, и угу. они остались с этой проблемой одни сами по себе. И они начинают как это угашать, начинают алкоголь и так далее. Да. Поэтому они хотят, не хотят, но они ими становятся. Угу. Их намного больше. Пока это люди, которые не знают, как выживать на улице. Как могут, так и живут. И поэтому не везде мы можем их наблюдать там, где бездомные люди. Угу. Но они живут кто где. Кто на берегу моря, в палатках, в этих дырках. Да. Кто живет в подвалах, где находят. Сегодня буквально сегодня заметил на Столбовой, по Столбовой улице, там одна заброшенная заброшенное здание. Я обратил внимание... На третьем, по-моему, этаже там не ни стекол, ничего, и там уже бездомные люди живут. Видно, uh -huh. что заселяют такие помещения много строй, которые прекратили строительные работы, и они туда заселяются. Пока не видим их вот в пунктах обогрева, мы пока не видим на тех пунктах, где кормление идет, потому что они еще не приспособлены uh -huh. к этой жизни. Но они есть, и становится их больше и больше становится. Пока мы только начинаем ощущать эту проблему, да. ближе думаем, надеемся, что война закончится, мы очень верим в этом, то появится намного больше, потому что очень есть, особенно солдаты, те, которые они уехали, и так у них ничего не было, некоторых разрушили семьи, там контузия. и у нас появится намного больше людей, которые мы, как говорится, захлебнемся. Ну, нам треба розуміти, що нам вже зараз треба готуватися до такої да. навали людей. І я дуже сподіваюся, що і у вас вистачить сил, і у ваших партнерів вистачить сил. Бо розумію, що на своїх плечах ви все це не зможете винести. Да. Вам потрібна допомога і міської влади, і державної влади, і закордонних. Донорів, спонсорів, друзів, які зможуть нам допомогти. Бо дійсно, якщо вони всі повернуться, і ми побачимо тут, а ми бачимо, там ну, взагалі-то влітку більше їх завжди, вони приїжджають до Одеси відпочивати, нібито заробляти і так далі. А зараз, якщо закінчиться і коли закінчиться війна, ви кажете, що ще буде більше, то треба до цього готуватися. Сподіваюсь, ви якимось чином підготуєтесь. No. Ви зможете взяти на себе цю відповідальність, бо. Як ви праві, дійсно, суспільство не хоче про це думати. Ми не хочемо про це говорити. Ну і взагалі не хочеться дуже сильно про це, навіть і дивитися у цей бік, бо без Хаченка, запах проблеми і так далі. так далі, так далі, далі. В мене і так дуже багато проблем, як кажуть люди. А ще цим займатися і так далі. Так було завжди, на жаль, зараз. Может, трошечки изменилось суспильство? С вашей точки зрения, мы изменились трошки? Мнение людей определенно, да, изменилось. Угу. Смотрят в некоторые совсем по-другому. Это радует, и мы это наблюдаем, мы это видим, как реагируют на людей, которые живут на улице. Понятно, что это не в стопроцентном соотношении, но да. все-таки радует то, что то есть. И действительно, нам нужно обратить внимание, потому что когда все это прекратится, когда война закончится, то на улице будет очень-очень много людей разные. То есть начиная от военных и заканчивая обычных граждан. И мы уже сейчас готовимся и изучаем этот вопрос. И мы с международным партнером ведем диалог. Мы готовим капелланов о том, чтобы можно было подготовиться к приему этих людей. Потому что каждый практически как нам уже говорит каждый солдат, он имеет по, как минимум одной контузии, uh -huh. а это же такой контуженный человек, это человек, который в каком-то моменте он перестает быть человеком и вот реагировать и они настолько мы уже наблюдаем еще не все говорят в СМИ, но он, там вспышка там вспышка много оружия на руках и так далее. Поэтому реагировать правильно мы должны ко всем. Мы не знаем, теперь вот бездомный человек, мы не знаем, кто этот человек. Mm -hmm. вот, вот приходит к нам на палатку, мы смотрим, и он, а, а этот, может быть, солдат, который потерял все, который, возможно, он инвалид, может быть, возможно, столько таких э, геройских поступков совершил. Yeah. Yeah. И вот общество на этих людей должны правильно восприятие и когда восприятие плохое негативное мы можем получить очень неожиданные э... которые оно может иметь очень негативные последствия поэтому мы сейчас уже ведем такую работу чтобы реагировать правильно, независимо какой статус. Потом мы разберемся, какой да, статус да. этот этого человека был до этого. Главное, чтобы в первые минуты, первые секунды мы приняли, восприняли правильно. Потому что практически сейчас каждый человек, ну, очень маленький процент, наверное, процентов 5 или 10, могу ошибиться, плюс-минус, это люди, которые бездомные по непричине войны. Угу. Вот сейчас полностью поменялись даже в палатке, его смотришь, и ну ты видишь этих людей, это не человек, который просто он еще год назад думал, что он будет в этой палатке, uh -huh. но он все оказался там, все, теперь наша реакция по-другому, и, и видишь, что он еще не спился, видишь, что он еще не скололся. это просто живет, потому что у него другого варианта. И вот нам нужно воспринять, потому что первые минуты, первый момент, это есть большой шанс вытащить этого человека. Yeah. Потому что эти люди по-другому думают. Без дома человек на самом деле очень тяжело его вытаскивать из этого состояния. А человек, который оказался из-за войны на улице, угу. это намного легче его вытаскивать. Но общество должно реагировать все правильно. Надеюсь, что власти, правительства будут создавать как такие центры, будут над этим очень сильно работать. Потому что мне один такой наш хороший коллега с Америки, он сказал, знаете, в Вьетнаме... Когда была война, погибло 70 тысяч военных. Когда закончилась война, за первый год, когда вернулись эти солдаты, 160 тысяч погибло людей и солдат уже, когда уже прекратилась война. Угу. И он говорит, то, что вы сейчас проходите, это одна сторона медали. Вы это даже не чувствуете проблем. Но только закончится война, и вы поймете, какая проблема будет у полиции. И полиции нужно будет помочь, потому да. что они просто с этими людьми, которые придут, которые привыкли воевать, которые они не могут без войны, или те, которые вообще э, они ну, имеют контузии или какие-то ну, заболевания вот, в связи с войной. То эти люди с ними нужно научиться жить, да. и им придется некоторым жить до конца своей жизни. Поэтому вот у меня есть хороший близкий знакомый, который был хороший, ну хороший парень, специалист хороший. Он несколько контузий. Он недавно только женился. Ну, год чем-то. Ребенок. Он толком не может дома жить. И я смотрю, и я понимаю, что... Он говорит, вы даже не представляете, что вас ждет, когда закончится война. Он говорит, эти центра, которые вы имеете, они будут не то, что переполнены, очередь будет стоять. И мы понимаем, что так оно и будет. Поэтому, знаете, хочу Обратите внимание тем людям, которые... Чтобы не получилось сейчас, пока война, весь мир смотрит на нашу страну, какие-то средства выделяет и так yeah. далее. Нет, война закончится, и средства закончатся. Но мы остаемся, это наша страна, мы тут живем. И знаете, мне прискорбно, что первый год было там, открывались эти организации, фонды, миссии, их было там сотни. Ну, куда не посмотришь, везде волонтеры. Yeah. За второй, за второй год, да. больше половины их нету, некоторые закрылись и думают, где же вы, Ребят, только проблема начинается, мы только начинаем чувствовать, мы только начинаем чувствовать проблемы, которые нас. Поэтому хочется, чтобы остались все верно патриотами, как в начале, так да. были до конца, потому что мы только начинаем чувствовать все эти потребности, которые общество нуждается. Экономика стоит, все стоит, и э, если мы назвали себе изначально волонтера, не только когда награждение, награда, там, я иногда смотрю на эти праздники некоторых людей, которые думают, Господи, ты дал килограмм и ты уже ждешь эту награду. Будь и, ты это, конечно, в да. делах, в делах. Да. Поэтому надеюсь, что останутся те люди верно, не убегут за границы, а останутся тут, потому что нам надо спасать дальше. Первое военное спасает страну, чтобы не оккупировали. Второе мы должны спасать, чтобы наше общество не полностью не развалилось. Я дякую вам за цю відверту бесіду і сподіваюся, що дійсно у вас вистачить сил, вистачить натхнення, бажання і можливостей допомагати всій країні, допомагати тим людям, які потребують цієї допомоги. Тож дякую вам за те, що були з нами. І не здавайтеся, будь ласка, продовжуйте. Дякую вам, Федір Герасімов, голова християнської місії. Нове життя сьогодні в нашій студії. Тримайтеся, українці! Попри все, все однаково буде добре. Все буде добре 100%. Інакше не може бути, бо пря. Ама зараз зсу роблять все можливе для того, щоб життя тривало. Ну і ми з вами теж будемо робити все від нас залежне. Тримайтеся, залишайтеся з першим міським. Зустрінемось з вами незабаром.